Привет, уважаемые зрители! И знаете, что я хочу вам сказать? Открылся совершенно новый краш-сайт, который, как мне кажется, должен взорвать этот грёбаный YouTube. Смотрите, пацаны, поскольку сайт новый, у меня есть и промокод, и денежный бонус. Значит, мы сегодня за этот ролик разыграем 500 рублей на Kiwi кошелек. И, конечно же, ваша задача написать 2500 комментариев к этому видео. Ребят, дерзайте, подробности прямо сейчас. Здорово, дорогие друзья и гости моего канала, у микрофона, как всегда, Бог, и мы попадаем на сайт Magic Money. Это тот самый краш-сайт, который, как и мне кажется, должен разорвать. Хочу рассказать вам, почему. Ну, во-первых, это оформление. Оно гораздо приятнее, чем на любых других краш-сайтах, которые я снимал. Можете посмотреть, можно залипать вечно на этого Мерлина. Вообще, фишечка с магией меня всегда привлекала, и поэтому, мне кажется... От меня этот сайт получает определенный респект за дизайн. Далее, как вы видите, пока что, не знаю, как будет дальше, но пока что коэффициенты здесь вполне себе уважительные. Охренительные коэффициенты и просто мощные какие-то, мощные цифры. Я таких вот подряд крутых не видел. То есть практически не крашится ни разу. Тут на 20 ставок один краш. Что хочу сказать. Меня уже добавили в топ ютуберов. Тут есть еще Олег и другие ютуберы. Блин, за это респект. Вот за это реально респект, смотрите. Также, ребята, как поскольку это мой первый видосик, я, конечно же, дам вам промокодик. Он будет в описании, закрепленном комментарии. И тот, куда смотрел этот видосик, вот только из-за этого ты можешь прям перейти на сайт. Смотри, промокодик просто большими буквами БОГ. Вот сейчас мы его приблизим, посмотрите. БОГ, три буковки, и он даст вам 25 центов на ваш баланс. И также есть рефералочка, ребята, давайте посмотрим, насколько вы активны. 5% я от вас заработаю, в описании, в закрепленном комментарии оставлю ссылочку и промик. Ну и, конечно же, денежный бонус. Также есть бесплатный розыгрыш, вы можете в нем поучаствовать, принять, так сказать, непосредственное участие. Но мы сегодня на 165 долларов, я почти все калаши закупил, сегодня калашный день такой. Так, что пацаны ставят? Ну, сайт прям очень новый, 200 человек, пока что не так много, ребят, но я думаю, после моего ролика мы должны поддержать этот сайт. Ну, балдежно же, смотри, как красиво и классно сделано все это. Давайте посмотрим вообще на активность, как оно все есть. И, конечно же, ребята, что-то надо выиграть-то по-любому надо. Надо что-то вывести на конкурс, прям по-любасу. И давайте так, 3000 лайков, и я надеюсь, если вам сайт зайдет, краш этот, то мы продолжим долбить и снимать его дальше. Ну вот, мы просто возьмем и посмотрим, как он будет выдавать. Ставим на двоечку, в принципе, посмотрим, как он будет выдавать. Ну, 50 баксов сделать прям не помешает, не помешает. Так, что он оставит? 50 центов, мне кажется, он больше всех будет забирать, нет? Он больше всех держит или как, пацаны? Ну-ка, так, двоечка, я вот сейчас заберу, что-то мне страшно было. Ну вот, еще один калаш, только уже за 44 бакса. Короче, пацаны, наша задача баксов 400 сделать, и будет мощно. Ой, челик не додержал чуть-чуть, не додержал. Ну, кто-то крашится. Давайте попробуем словить, наверное, троечку. Давайте вместе с ребятами поставим. Так, что у нас в чате происходит? Топим. Давайте, хай. Может, кто узнает. Вот у меня ютуберка есть. Прикольная тема. Чекайте макс 2. Ну, давай чекнем. Окей, давай чекнем. Макс 2. А, я проиграл. Понял, он крашнул. Не понял, вот непонятно, давай. Что это за 47-й императрица? Ребята, слушайте, ну, на самом деле, могу сказать так, что мне кажется, я этот сайт буду записывать теперь довольно часто. Поскольку, ну, мне здесь нравится абсолютно все, и я надеюсь, что они будут дальше радовать своих подписчиков и также ютуберов промокодами. Потому что меня включили, хорошо, нож прям, есть. Меня включили в список ютуберов, за это я им безгранично благодарен. Теперь мои пацаны смогут меня в чате, если что, наблюдать. И, конечно же, друзьяшки, вот ваша активность максимально важна. Вот максимально важна, ставим закалочку, надеюсь, что она не крашнется, потому что 1,5 не такой уж и большой коэффициент. Давай, чувак, ну, хорош, второй нож уже, ребята. 228, и крашнулся, нормально. Теперь пробуем, наверное, вот такой коэффициент. Не знаю, пацаны, вот как вам зайдет сайт? Кстати, у них же есть еще группа ВКонтакте, я в описании оставлю ссылочку, вот если что, у меня монтажер предложит вам скрин, промики, там еще куча промиков. В начале, как только он только создается, там дохера промиков, я еще списался с админами, они сказали, что разыграют очень крутые скины, какую-то пачку скинов максимально. Ну, короче, пока они развиваются, они дофига раздают бабла своим пользователям. Может и дальше так будет, но пока что это точно есть, поэтому, смотрите, мы уже 3 ножа сделали, нихрена себе. Нихрена себе. Слушайте, а кто-то выигрывает вообще тоже? Мне кажется, по-любому выигрывает. Посмотрим, ребята. Выведем, не выведем.
Ну вот, кстати, насчет паблика, Телеграма или Твиттера, вот сюда переходите по кнопочкам, и вас сразу перекидывает... Блин, чуть не успел. Вас сразу перекидывает, в принципе, на их проект. Окей. Ай-яй-яй-яй, 3,5. Смотри, ну пока что мне все нравится. Деп был 165 баксов, и как бы вот такая канитель происходит. Отлично. Не знаю, 3,5 это жесткий коэффициент. Мы плюсы поставили, достаточно большие деньги, но кто-то тоже, как и я, пытается, наверное, до двоечки дойти, я не знаю. Челики уже забирают, потихоньку фармят маленькие скины и двоечка. Хм, ну давай, давай тогда, наверное, вот так попробуем сделать. Будем топить, не знаю, к чему нас приведет. Может, сольем. Вообще без проблем. Такое бывает, такое бывает. Сайт, наверное, вот не хочет, чтобы мы выигрывали. Так, что-то я очень сильно сейчас боюсь ставить большие скины. Давайте-ка вот этот вот поставим тему и вот буквально до четверочки. Попробуем вот так вот. Вот попробуем вот так вот. Может быть, будут большие коэффициенты, может, маленькие, да хрен его знает, пацаны. Но наша задача сегодня вывести и выиграть. Я не намерен сегодня проигрывать, сайт новый, я не хочу портить проверку. Пока что он выдает, пока что мы все это делаем. Надеюсь, он не скам, потому что я читал где-то, вот, что сайт может скам, когда открывается, быть вообще такая хрень, бывает, вы в курсе. Но мы проверим, досмотрите ролик до конца. Ну вот каким надо быть дебилом, чтобы не вывести, а? Хорошо. 1.2. Медленно, но верно, идем к цели. Ну, пожалуйста, только не крашься. Ну, я прошу. Ну, ради меня. Хорош. 106 баксов, смотри. По сути, мы по еще, вот еще чуть-чуть мы в минусе. Надо держать, ребята, интригу. Давай, 2. Ну, окей, 3. И там, если что, заберем пораньше. Пока что-то среднее. Он не крашит на 1.0, но коэффициенты довольно спорные. Ребята, я думаю, поднять можно. Вот здесь вообще неплохо было. Смотри, он постоянно практически доходит до двойки. Ну, почти всегда. То есть, вот такие коэффициенты у него бывают. И меня это радует. Единственное, пока что мы еще не в плюсе, но я надеюсь, вот одну троечку ловим. Ребята, давайте. И вот прям 100 баксиков. Одну троечку надо поймать, братья. Одну. Ну, нарчик еще на запаску. Слушайте, ну, блин, жизнь просто. Игра не на жизнь, а насмерть, так сказать. Поэтому... Фу, навалите лайкосов. Пацаны, до троечки, ну, должен дойти собака. Давай. Вот так заберем. Сыкотно. Честно скажу, да. Хорошо, что забрал. Вот прям так. Вернули баланс. Тек. Фух, чуть, ну, четки, что ли, взять какие-нибудь. Ребята, на удачу, а. В Сочи, в горах я их купил. Не четкие, а эти. Четкие, да, по сути. Давай, братик. Ну, ради нас. Ради контента. Уф. Пацаны, пошла жара. 190 баксов. Слушай, но мы уже как-то вот, да. Еще бы, конечно, поднять. Ну, чуть-чуть бы поднять. Так, ребята, ну, что-нибудь вот такое бы. Двой! Ну, два ножа уже есть, прикиньте, мы могли слиться, уже два ножа есть, челики уже тоже начинают подтапливать, слушай, я так подбодрил интерес. Ага, он сразу вывел, что-то засал, но я не так быстро засу. Давай. Вот так вот выведем, перчаточки готовы, это уже 220 баксов, пацаны. 220 бачей, это вам не шуточки, я так скажу. Давай 25 поставим, вот такие, я не буду сильно топить, я сегодня максимально хочу профитнуться. И сейчас надо до троечки, может, попробовать дойти, как-нибудь, не знаю. Ну? Ну давай, сделай грязь. Сделай грязь, вот без шуток. Вот такой ты, значит, да? Ладно. Пожалуйста, и на вывод, и конец ролика, давай нахрен. Ну только не 1.0. Давай 1.35. Годная тема. Все, вопросов нет. Magic Money... Ребята, 180 баксов, и давайте что-нибудь на конкурс с вами. Ну, мы сегодня поднялись. Я предлагаю, наверное, даже что-нибудь вот такое вывести. Как вам идея, а? Нажимаем «Получить». Давайте вот нажмем «Получить». Вот посмотрим. Оп. Запрос на вывод отправлен. Так. Глок 18 выводится. Все, ребят, мы теперь... Отлично, надеюсь, он нам сейчас придет. И мы уже перемещаемся с вами в Steam. Погнали. Ну что, друзья, получается, скин Королева Пуль нам дошел.
1900 рублей. И плюс у нас есть дофига скинов еще на сайте. Давайте так, рефералочку и промокодик я оставлю в описании, но если вам сайт понравился и он залетит, то буду рад снять еще серии, потому что 2500 лайков и 3000 это огромная мотивация. Но у микрофона был Бог, и я уверен, ребята, что ролик вам понравился. Спасибо за просмотр, пока-пока.